Это краткая история режима Samsung DeX. Все началось с 8 серии устройств. Для меня это был Note 8. Тогда, чтобы пользоваться DeX режимом, нужно было купить специальную док-станцию. Она была похожа на шайбу. В ней были все необходимые порты. Type-C для питания, HDMI, сетевой RJ45 и пара USB-A. Подключил все это и можешь пользоваться почти десктопным режимом на смартфоне. Отличная замена громоздким ПК, если ты пользуешься просто офисными приложениями. В новых прошивках убрали необходимость этой док-станции, а смартфон можно было использовать как тачпад. Но до этого обновления все подключали клавиатуру в USB-A. Обрати внимание, как старичок Note 8 плавно работает в DeX режиме. Следующей моделью стал Note 9. Его уже из коробки можно было подключать к монитору через Type-C. Но была и эксклюзивная функция, называлась Linux on DeX. Тогда Samsung запартнерилась с компанией Canonical, которая выпускает дистрибутивы Linux Ubuntu, и ты вполне мог иметь полноценную операционную систему на своем смартфоне. Позже Linux on DeX переехал и на другие девайсы Samsung, поддерживающие DeX режим. К сожалению, довольно скоро проект закрыли. А вот на планшетах Samsung не требуется внешний монитор. Активировал DeX режим в панели управления и пользуешься почти как лэптопом.